Всем привет! Короче, то, что будет сегодня, началось как-то так. Мы увидели торт Ёж. Ё-ё-ё-ёж. Ё-ё-ё-ё-ё-ёж. Да, неиронично вот эта вот история произошла со мной. Моя жизнь разделилась на до и на после, когда я знала, что такое торт Ёж, и когда я не знала, что такое торт Ёж. Теперь я решила приготовить торт Ёж. И это новая графа в моей истории. Давайте готовить торт Ёж вместе. Веселый кукинг. В этот момент жизни я подумала, решила, что больше жить без торт Ёж я не могу. Мы насмотрелись восхитительных фотографий, теперь мы хотим сделать торт Ёж. Поэтому сейчас мы идем за ингредиентами в магазин. Такие сратые фотки, это просто жесть. Нужно найти какие-то зубы и какие-то глаза. Я не знаю, вот это вот похоже на глаза, типа серию один глаз и второй глаз, например, вот так вот будет. Мне кажется, очень похоже. Очень на глаза. Похоже. Давайте возьмем вот эти. Ну, на всякий случай еще возьмем вот эти. Ой, пальцы, давай сделаем ему ножки. Раз, два. Мне кажется, на секунду ты остановилась, потому что адекватные мысли в твоей голове, а потом такие, пофиг. Ножки. Делаем ножки. Ищем маленькие штуки. Глаза. Да. Смотри, вот эти похожи на зубы белые, если их перевернуть. Нет, нет? Я нашла там другие зубы. Вот это на глаза похоже? Но да, вот... но это побольше, поменьше найдем еще маленьким. Хорошо, мармеладом. Я тоже возьму эти все 4 штуки. Это можно использовать как улыбку. Да, это круто. Это можно просто много маленьких взять для капкейков, прям побольше бери. Это может быть зубы? Да, восторг. Они отломанные уже? Ну там есть какие-то отломанные, о, да. Класс, бери обломанные все. Да. А может быть просто еще какие-нибудь другие зубки просто для альтернативы, чтобы было прикольно? Давай рот. Давай. Нам нужен килограмм рыбок. 180 грамм в одной пачке. Настроение дебилы. Я запрягла Лиану, потому что одной из слишком кринжово готовить торт Ёж. А я обожаю готовить торты. Алиса обожает сратость, мы поэтому классный матч. Свайпнула бы тебя на Тиндере. Есть несколько вариантов приготовления торт Ёж. Есть вариант приготовления торт Ёж с выпеканием для продвинутых. Есть вариант не выпекать торт Ёж для начинчков. Потрясающее слово. Начинчков? Новичничков каких-то ты сказала. Ой, супер, мне нравится. Это прям история про бульчик. Новичнички. Бутеля ногтя. Проверь свои труселя. А ты хочешь? Короче, шаг номер первый в приготовлении торт Ёж. Мы должны с вами взять 1 килограмм рыбка-крекер и размельчить его. Есть пара нюансов. Можно открыть, всыпать в пакет и мельчить в пакете, а можно прям в их упаковке. Луна! Нельзя! Ай-яй-яй! Если вы не понимаете, что происходит, то пес как бы кусает... Хотел сказать писю, но он кусает штатив. А ее зовут Луна. Это в честь кошки Сейлор Мун, если вы не понимаете. Берем скалку и представляем всех бывших и хреначим. Лис она. А я буду это делать? Я должна представлять бывших. Представляй бывших и хренач. Хорошо, давай. Ладно, сейчас я представлю. Рыбка-крекер! Нам нужно измельчить в крошку, как по рецепту. Что не так? Очень так, Лен, продолжай делать, что ты делаешь. Хорошо. Короче, мы подумали и решили не смотреть туда. Мы в блендер, короче, засунем, потому что мы не смогли это сделать руками. Видимо, степень ненависти не настолько сильна. Это ты закрываешь контент? Да. Ты молодец. Не смотрите. Твой пес похож на Ферби. Так, и осталось у нас последнее, которое уже распетушили. Это игры собак, они не дерутся, это игра. Просто это голодные жестокие игры на вызов. Битва за доминантность. Кто же будет матерью года? Не знаю кто, но точно не я. Иногда в моем ТикТоке люди находят мои видео, но я же его нигде никак не продвигаю, не рекламирую, и пишут, это что, Лиса? Это что, та, у которой дети? И начинается глобальный срач, потому что я не знаю, откуда пошел этот дурацкий стереотип или это мнение, что у меня, типа, есть дети. У меня нет детей, у меня никогда не было детей, я никогда даже не говорила о том, что они у меня будут. То есть я, наоборот, как бы, в общем-то, о своей позиции достаточно ярко и четко заявляю, что я ЧФ, что мне не нужны дети. И вот постоянно, вот как только у меня видос залетает в реки в ТикТоке, вечный срач. А, это у нее дети. Я не понимаю, откуда вы взяли информацию, что у меня есть или были, или будут когда-то дети. Я, наоборот, против того, чтобы у меня они были. Алло, хватит писать этот бред. А если будете видеть этот бред, пожалуйста, пишите, что нет, вы что-то с кем-то путаете. У этой блогерки нету детей, так только животные. Животные и я. Это приемыши. По сути, приемные дети. Посмотрите на них. Восторг. Это рыбы. И это рыба. Реально. Буквально рыбы.
Видите, у нее даже волосы голубые, это как бы цвет волны. И не только волосы. А что еще? Ты знаешь. Мне одной хочется туда палец засунуть. Что? Тебе хочется засунуть слушай, палец? Слушай, засунь, я думаю, что у нас алло. Чистые руки, и Эксо не будут против. Это похож на кинетический песок. Мама говорила, что не ешь с ногтей. Но ты не послушалась. Ложка. Мы насыпем с тобой 3 ложки какао. Ёж должен быть коричнев. Факт. Он же ёж. Перемешкиваем. Добавляем сахарную пудру, но не всю. Перемешкиваем. Перемешивай. Даш, тут происходит что-то странное. 200 грамм сметаны. Сметану и сгущенку нужно еще добавить. Сгущенка. Блин, а у тебя есть открывашка? Просто посмотрите, это вот что это за лайфхак? Что за магия колдунства? Я в шоке. Смотрите, видите, эта сгущенка? Она очень плотная. Да. Видишь? Да. У нас огромное количество еды, массу, чтобы перемешать. Да. Я предлагаю немножко разогреть в микроволновке. Слишком густая. Ребята, будете готовить торт еж, пожалуйста, отмечайте меня в инсте, я буду смотреть ваш торт ежи. Пожалуйста, готовьте. Если из Москвы, то еще приезжайте, мы попробуем чай. Фу, я только сейчас поняла, это похоже на детский понос. Фу, это похоже на детскую срань. Не-не, подожди. Вот так, теперь плей. О, господи, почему это час? Мы следим за детским поносом. Когда я была маленькая, мне говорили не смотреть в духовку, когда там что-то печется, потому почему? Что ты сглазишь, и оно не будет печься. И я такая, блин, нет, я хочу сглазить пирожки. И не смотрела на них. Как, я почему? Только сейчас понимаю, что это развод. Не а знаю, о чем так говорили? А я не знаю. Тебя разводили, а ты даже не знала, как зачем. Как обычно, меня все разводят, и я такая, Нани. Я такая же. Я очень надеюсь, что эта вареная сгущенка может стать жидкой. В противном случае, надо просто заливать ее водой. Да может она стать жидкой, почему бы ей не мочь стать жидкой? Как это выглядит? Оно не стало жидким, оно просто стало каким-то пупырчатым и в пузырях. Поэтому сейчас я подумала, что если мы возьмем кипяточек и зальем кипяточком, то все будет хорошо. Ну, мне хочется чуть-чуть кипяточка. Ну, в крайнем случае торт еж будет еще более великолепен, чем на референсах. Бутерброд с колбасой. Не хочу, спасибо. А я хочу. А вы хотите? Бутерброд с колбасой вкусно? Итак, нам нужно еще сделать масло. Мы тоже его сейчас растопим в микроволновке. Да, хотя там написано, что нужно размягченное. Но... Для этого ставим на режим разморозки, и все будет размягчено. Кто так размягчает масло? Ты правда думаешь, что это может помочь? Оно мягкое, смотри, какое стало. Это реально помогло, какого черта? Это шутка, оно размягчилось. Я в ужасе, это помогло. Короче, мы решили, чтобы сгущенка стала однородной, мы сейчас добавим ее в блендер, туда добавим немножко кипятка, все это взблендерим, и получится хорошо. Горячо! О, господи, что это за ингредиенты? Торт на день рождения просто. А еще у нас нету дырки от блендера, поэтому, возможно, сейчас моя рука... Подожди, подожди, надо что-то дать. Твои... Я рукой закрою. Нет! Ну, блин, да, я закрою рукой, я танк, я не боюсь. Да, я плохо. Говорю, что это плохая идея. Ты выключила блендер из России. Боже мой. Как она разрешалась. Всё. Вау. Слушай, я гений. Это была хорошая мысль. Смотри, ну он такая. Блин, какие мы умные. Слушай. Я жую пирожок на фоне. Давай, душевный король. Великий взрывной сгущеночный бог. Выглядит секси. Да. Блин, пахнет как Сникерс или Твикс. Реально. И вот теперь выглядит очень приятно и хорошо. Сейчас дам тебе ложку, чтобы ты все это собрала. Хотя, знаешь, потому может быть, торт Йоши должен быть таким упругим. Все-таки нам из него нужно формировать форму. Мы же не запекаем, ничего не делаем. Не-не-не. Может, он рил должен быть такой, чтобы слепить? Я готовила всякие печеньки, картошки и так далее. Консистенция должна не такая. Но ведь его можно вот прям вот так взять и слепить. Не-не-не, не такая должна быть консистенция. Она должна быть более мягкой. Схавала? Норм. Вкусно? Ну, норм. Итак, мы решили масло не размягчить, а растопить. Потому что, ну, консистенция довольно сложная для того, чтобы ее перемешать. Масло поможет. Собаки там согласны со мной? Вливаем маслица. Все еще маслица. Ой, какое все маслянистое, холестериновое. А на чем мы будем лепить? Это хороший был сейчас вопрос. У тебя есть большая тарелка. А что если повезти на этом? А как же мой прочь? Ладно, ты его заберешь. Ладно, хорошо. Давай, повезем на прочь. Доставай пергамент вот оттуда тогда.
Ребят, как бы отреагировали, если бы вам принесли торт ёж над Реттом, например? Фантастика. Реально, Макса уже. Реально. Причем профиль такой, я сваливаю, идите в жопу. Просто я больше не хочу вам целовать. Похоже на детский понос. Сегодня в рубрике «Торт ёж». Берем наш чан с торт ежом и формируем его. Ха-ха! Так, смотрим, какой кулич у вас получается. Теперь мы будем делить зону. Мы будем кулич. Я заметила, ничего страшного. Скульптура называется «Ёжик на отдыхе». Ёжик, который стал тиктокером. Здесь будет у него рожа ежа. Ребята, это рожа ежа, а это будет как бы основание. Головка выходит, ловка. Окей, бро, головка, да. Ловка. Слушай, норм лепится, кстати, лепить его приколдесно. Да, за такого ежа, знаете, выгоняют с художественной школы. У меня было по лепке 4. У меня были пятерки по всем предметам художки, а по лепке было 4. Насколько надо быть отсталым ребенком, чтобы иметь по лепке 4? По лепке 4 это сильно, да. А подожди, я пытаюсь понять, у него, где будет рот, а где вот глаза. Вот здесь у него будет рот, а вот тут глазки, здесь. А здесь будут глаза. Мне кажется, сейчас туда упадет. Нет. А мы достанем. Выглядит так, как будто это посидевший торт ёж. Вашему вниманию представляется торт ёж! Да! Блин, у меня очень сратая идея. Я за. Пойди сюда, открывай, открывай, херачим, будем. Сейчас, короче, задача сделать внутри нечто такое более-менее жидкое, чтобы покрыть этим торт ежа. Давай тогда ты хренач, это слишком ответственно. Я не готова жертвовать. Ты не готова принять ответственность? Торт. Я готова принимать ответственность. Не, принимать ответственность я готова. Мне будет испортить торт, который ты хотела делать. Такое лицо довольное, я не могу. Не, не надо. Все, я снимаю с себя ответственность. Нормальный торт будет, что ты? Прости, ежик. Прости, ежик. Торт еж. Восторг. Ну что ж, торт еж вот таков. Он прекрасен и шикарен, хочется его съесть. Смотрите, ух, вот это вот невозможно не облизнуть. Теперь, я считаю, нужно перейти к декорированию самой важной части торт ежа. У нас для этого есть вот такие клевые штуки. И не только они, у нас еще есть такие. Я считаю, так как иголки выбивают равномерные, то мы должны использовать и то, и другое. Думаешь, но шоколадный выглядит в 100 раз более секси. А вот эти? Они длинные. Можно сделать в конце длинные, а в начале короткие заколки. Просто они очень толстые, тебе не кажется? Они толстые. Ну а что ты имеешь в виду? А что ты имеешь против толстых? Вообще ничего не имею против. Так, давай попробуем. Давай. Такая? Такая. О, я считаю, отличные иголки. Да и... Какая же ты жопа! Ну втыкай! Типа, у ежей же не может быть одинаковая иголка. Просто втыкай поглубже тогда, чтобы они были одной длины. Так, будь одной длины. Эти палки не дадут ему распасться, пока он едет. Да. Восторг! Мне кажется, это выглядит круто. Охеренно! Оно реально прикольно выглядит, потому что они еще разные. Очень здорово. Круто. Смотри, тут будут глазки, да? Тогда вот дальше вот этой штуки. Да, здесь у нас будет уже рожа, вот здесь будут глаза. Блин, мне нравится, что он достаточно плотный. То есть ты реально втыкаешь, он не разваливается. Я же боялась, что он вдруг развалится, да. Но он нигде не разваливается. Согласна. Я надеюсь, кто попробует, луна нельзя. Нельзя! Вот жопа все равно последок куснула. Блин, торт кринж. Торт кринж, что это за ёбж? Это какой-то ёбж просто, что я с ним не так? Давай его приплюснула, переплюснула. Давайте добавим ему всякие выделительные органы, типа глаза и рот. Я не уверена, что выделительные органы, типа глаза и рот. Какой у нас будет рот? Типа он будет О делать? Или он будет делать... Зубы нужны верхние. Зубы круче. Для глаз сделаем дырочки. Да, потом какие будут глаза. Я думаю, что у нас глаза... Думаешь, они слишком обычные. Вот это кринж. А это, ну, обычные нормальные глазки. Ну, это прям жесть. Смотри. Так, давай. Крем. Это лучшие глаза. Это восторг. Это охеренно. А зубы, я хочу сделать для них углубление. Опа. Я считаю, это класс. Теперь мы добавляем 4 лапы. Посмотрите, что мы сделали! С днем рождения, Симпапулька, с днем рождения, бусинка моя! А у кого это сегодня день рождения? У Экс-Лайн!
Короче, вечеринка супер пафосная, а я еду с ежом. Дарить ежа. Если честно, я посмотрела сторис, там все в белом. Красная дорожка ковровая, и я еду дарить ежа. Короче, я сержусь, кто-то вскрыл упаковку и начал есть торт. Я считаю, так вообще делать максимально не круто, и это отстой. Настроение прятать еж вот где-то вот здесь. Ну а где еще место ежу? Ежу место на улице. Короче, только встретила мальчика, который такой, блин, да, прости, это я съел палочку, я просто увидел, подумал, и я такая, ты мне не нравишься. Лиса угорает, Лисе весело, я сержусь. Короче, я иду показывать девочкам торт, потому что я не смогла его до сих пор подарить. Как тебе торт? Ему пить. Плохо. Он таким же и был. Слушай, как-то его надо им подарить, а я не знаю как. А мы как бы можем взять. И что поделать и дальше? Подарить. А кому? Не знаю. Да, это типа угар. Но там так пафосно, что и подарить смешно. Сказать, что мне стыдно, это ничего не сказать. Пойдемте искать кого-то из Эксо и ходить с этим тортом по всей вечеринке. Давайте. Давайте попробуем, посмотрим. О, а это что? Это страта Йорк. Я обожаю, снимай, пожалуйста, реакцию людей на эту Ничего страшного. Блин, девчонки, вы очень классные. Это прям... Спасибо. Спасибо. Какой это ёжик? Очень да, классный. Он ёжик. Специально. Просто для сравнения, как выглядит торт у Эксо. И торт, который мы им подарили. Я считаю, восторг.